Дорогие друзья, мне хотелось бы выразить слова благодарности всем тем, кто остался неравнодушен к истории Надежды Евдокимовой, а также поздравить нас всех с общей победой, так как общими усилиями мы смогли решить эту проблему менее чем за сутки. В ИКЗ-36 имени Наземцева еще вчера всех больных распределили по палатам, даже смогли найти теплое одеяло. В больнице сегодня была комиссия, после которой со мной связалась девушка из департамента здравоохранения Москвы и сообщила, что сегодня в медицинском учреждении нарушений не обнаружено. Вопрос остался незакрытым лично для меня, так как непонятно, как в условиях того, когда все средства массовой информации, наше правительство уверяют нас, что к эпидемии мы готовы, но при этом люди лежат в больницах, в коридорах и ждут госпитализации по 15 часов на холодном бетонном полу. В любом случае, пожелаем Надежде скорейшего выздоровления и будем надеяться, что данная история больше не повторится. Берегите себя.